Оранжевый, я согласна. Никогда раньше не замечала этого в синем. Что? Ты хочешь что-нибудь сказать? Чего ты там не замечала? Что ты не замечал? Да мы ничего не говорили. Что ты там раньше не замечал? Вот ты такой. Да она рофлит, я тебе говорю, что ничего не было. Ты не так понял. Ты все не так понял, Илюша. А ты как ты там оказался? Суициднулся? Да. Давай, не маш. Угу. И ты на выходе, да? Охуенно, блядь. Что ты сделал? Что сделал? Я ничего не делал, ты что делал? Я ничего не делал. Это ты что-то сделал? Я ни одной ТП-шки не тронул. А ну посмотри направо. Ну. Да ты что там, блядь? На руине. А, может, ты шипов коснулся? Мне выдавливает. А чё? Ну как это пофиксить? Водить это махинация. Верно, синий. Оранжевый тебя не слышит. Что сделал оранжевый? Ты уверен? Спасибо. С твоей стороны было очень смело рассказать мне. Ой, актерская игра на уровне, подруга. Он тебе даже ответить ничего не успел. Ну и шо? Так я ничего не могу сделать. Я понимаю. Так, а то же самое, ты не можешь все сделать? Нет, если я пройду через эту хуйню, мой ТП и пропаду телепорт. Я могу это. Тут же обнулятор. Не тут, могу. Тут обнулятор. Нам надо было это одновременно делать? Или шо? В чем прикол кнопки тогда, я не понимаю. А, ну зайди в ТП-шку свою тогда, попробуй. Просто. Ого, я, блядь, ничего не понимаю. Где я, нахуй? Развернись. О. Не считаешь ли ты, что Синий предал тебя, сказав мне такие ужасные вещи о тебе? Если бы Синий сказал такое обо мне, он уже никогда не добрался бы до сборочного аппарата. Да ничего он не говорил. Я ничего не говорил. Он бы просто не успел. Она даже не дала секунды на раздумье. А говорит, что она там спросила у тебя? Типа... У вас все получилось. Дай, пизду. Она спросила сразу, да-да, я тоже так считаю. Вас. Вы продвигаетесь к цели. Продолжайте испытания. Неужели ни один из вас не стремится быть лучше другого? Нет, мы команда. Что вы просто машины. Мы команда. Что с тобой?
что-то понимаешь? Пока не особо. Угу. Как ты въебал? Вот так? Я обнулится. Не выдержит. Я понял, я пытаюсь понять сейчас. Ага. А ну ебаш. Нажимай на кнопку. Или подожди. Да, у меня обнуляется. Это сейчас. А ну нажми на кнопку. Над тобой. Что над тобой? Открылась сегодня. Над тобой тоже открылась? Позвольте. Не. Ну я могу там поставить. Хорошо. Ну ровно еще там нихуя. А ну выйди на трамплин, зайди. И? Там что-то есть? Нет, тут выход. Тогда я тоже туда хочу. Не знаю. Может так же, как и ты, допустим. У меня тут еще поток есть. Ага, я могу тебя сделать отсюда. А кнопка? Да похуй. Как я к тебе? Я не знаю. Стой. А разверни. Что, блядь? Блядь. Что значит разверни? Что значит разверни? О. Блядь. Да я должен сделать. О, нормально. А ну плыви. По течению. В смысле? Так у меня аннулятор. Ну да, без. Сделай, как ты плыл в прошлый раз. Только что? Да. Ну. Ну и нормально. В начале этой зоны я беспокоилась, что вы слишком сближаетесь, но в попытке вас разделить я узнала кое-что важное о доверии и предательстве. Ваши модули слишком малы, чтобы чувствовать эти эмоции. Так что можно доверять вам на все 100%. Это последняя стандартная зона испытаний. Я по-быстрому собрала ее для вас. Подумала, вам захочется что-нибудь посложнее для разнообразия. Пора бы уже, блин. А.
Я могу просто прыгнуть. Правильно? Да. С кубиком. Нужен кубик. Где кубик? Мне кажется, надо пройти вот эту хуйню. Залезай. Почему ее? А мы так поговорили с ней. И с ней подумали, что так будет лучше. Ага. Короче, Рюх, что я тебе скажу? Тебе надо, смотри, что сделать. Да, вот эту хуйню. Теперь, смотри, под тобой. Да. И сейчас у тебя будет, короче, перед тобой. Не, развернись. Да. Да, блядь, сзади тебя. Вот, да. И теперь над тобой. Да. Не, развернись. Да. Че? Я не знаю, сзади, наверное. Нету. Куда тебя, вверх-вниз, говори? Что тут нету нихуя. А, вижу все. Это с другой стороны. Бля, чуть не убил. Ёбаный сыр, не надо. Ты же все разъебашился. Что? Ты его вырубил? Не знаю. Ну да, все. Нормально. Ну все, оставил его в покое. Теперь тебе надо как-то вернуться, блядь, слышишь? А нахуй ты мне его? Не переключай. ТП-шку, пизду. ТП-шку? Да. Так, а что ж дальше? Я тебя дать могу. Как? Перекину просто. Или не могу? Заходи. Нахуй ты спиздил у меня. Крал. Дай сюда, блядь. Крал. Да что ты делаешь? Стандартный отрезок этой зоны. Прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы прошли еще один тест за пределами стандартной зоны испытаний. Прошу воздержаться от всяких ребяческих жестов, пока вы будете там. Что по ребяческим жестам слышно? А ничего. В конце этой зоны должна быть электростанция.
Наверное, люди случайно отсоединили ее от моей сети. Уверена, это какая-то конторская ошибка. Ох уж эти клерки. Как думаешь, нас переебашит сейчас или нет? Да, 100%. Мне повезло, Илюх. Блять, там... Там не тот портал. Там не тот портал. Короче, дело в том, что там обнуление нас ждет, понимаешь? Угу. Если мы пролетим, так а что похуй, мой поток пропадет, Илюх. Если поток пропадет, мы падаем вниз. Да, вообще похуй. А, в натуре там уже похуй. Были похуй? Да. Так. Стой. Я, короче, займусь потоком, а ты стенкой. Угу. Илюх, меня хуярят, блядь. Забей. Ты видишь, мы? Ты думаешь? Да, прыгнем. Идем, идем, идем. Блять, я не допрыгнул, Илюх. Сейчас, подожди. А, тут же пизда мне, Илюх! Изи. Нам надо в этот поток запрыгнуть. Хорошо. Не-не, нам сюда. Ай! Не хочу сюда, давай выйдем. Блин, тут поток можно спизи, смотри. А стенку? У меня нет. Ну, а что мы делаем? Привет. А где же стенку спить? Ты подпираешь, не подпирай. Где он вообще был? А вон она внизу, Ирих. Сейчас нас прихуярят или нет? Тут можно спрыгнуть. Подожди, дальше ж не подожди, надо. Где еще поток? Там снизу? Не, подожди, мы вообще сейчас на начало вернемся. Где-то мы не выпрыгнули. Где? Ха-ха.
можем куда-то вернуться? Куда? Как? Никак. Уж конец-то. Ну все, опять. Где мы проебались, да? Не знаю. Падаем. Что делать? Вы думали, что выключатель где-то внизу? Где ты? А, тут? Блять. А ну, смотри, где там, что там можно исполнить. А может ты не это? Чё? Каренец. На платформу, я думаю, упасть прям на эту. На какую, с шипами? Нет? Не пускай, там невидимости. Вам остается надеяться, что через пару миллионов лет топливо расплавится, и энергия взрыва подаст питание на систему. Я уже там нет. Mm? Уже там нету. Кишок, куда надо? Не знаю. Вы ведь не заблудились? А ну! Я сейчас сдохну. Зайди моментально в мою ТП-шку. Только, блядь, слезь. Сзади тебя ТП-шка красная. Mm-hmm. Я сейчас скажу, когда зайти. Заходи. Так она высоко сидит, что ли? Бля. У вас такие проблемы с ориентированием. Хотела бы я сказать, что сама придумала это испытание. Надо. Ну, точно поток надо. Тут. Надо его в какой-то момент переставить просто. Тю, так мы же будем падать, и ты поставишь в комнате. Так, опять. Сзади. Так, вон, а что там снизу. Стенка в комнате? Вон снизу. Так, а стенка помешает? Чё помешает? А, что? А, Илюха! Ну что? Что ты такое делаешь? Вы не готовы. Блять. Ну я не вижу еще и. Во-первых.
Так комнату тоже въеби. Сейчас уже. Не, там справа, видишь? Не вижу. Как бы тебе объяснить? Да, вот там вот ты стреляешь. Там? Не, выше. Еще выше и левее. Вот там щель такая есть небольшая. Ниже. Да, блядь. Правее. Да, вот это. А левее чуть-чуть. Не хочет. А как тогда? Давай там разберем. А, брат, сейчас разберемся. Нос. Ну некуда там. А, я понял, Лех. Короче, смотри. Тебе. Че? Тебе надо вот там остановить линию, короче, сзади робота, видишь? Можешь прям сейчас, да. Вот так. Шары, сука. Только. Нормально. А, давай, ты там с дисками. Вы включили систему. Все подключения работают. Я вижу все. Видите, ничего плохого не случилось. Прекрасно. Блять. Заебенило. И шо? Это всем? Ну, походу. Или сейчас что-то новое откроется. Просто это дальше не нашел. Она сказала, что это типа стандартное, типа. Пройдите все тесты из серии. О, слышишь? Чтобы это отпраздновать, я приготовила сюрприз. Еще одну особую зону, в конце которой мы находим и освобождаем людей. Благодаря вам я знаю, где их найти. Я отключила их систему безопасности и подала питание на спасательный шлюз. Смотри, сколько я шагов сделал больше, чем. Где? Что происходит? 1500 порталов мы уже сделали. Да, ну это считается каждый. И бета нашагал. Минус 400 очков. Минус 619. Минус 473 умов. Я так понимаю, все считают? Наверное. Блин.